Кому бежим, когда нам грустно? Кого кричим, когда болит? На чьих коленях засыпаем, когда в душе огонь горит? Ну что такого в этом слове? Поговоришь, и замирает дух. В нем много светлого, родного, в нем много самых нежных рук. И кто придумал слово «мама»? Кто первый произнес его? Такое милое, родное, для каждого важней всего. Милые мамы, поздравляем вас с сегодняшним днем. Пусть сегодня у вас на лице будут только улыбки, а если слезы, то только слезы радости и нежности. Нелегко быть мамой. Мама должна владеть множеством профессий, а еще у мамы всегда есть начальники. Это их дети. Начальники на все 24 часа. И сегодня ваши начальники подготовили для вас маленькие сюрпризы. Итак, друзья, располагайтесь поудобнее. Мы начинаем!